Следующий выступающий у нас белорусский проект «Князь Мышкин». И это крайне редкое явление на московской сцене. Группа в стиле интуитивной импровизации существует около 16 лет. За это время команда записала полтора десятка альбомов, и многие из которых выходили исключительно на кассеты. И два из которых сразу на одном диске были изданы лейблом «Диаметрия». Несмотря на то, что группа тяготеет к работе так называемыми большими форумами, их композиции слушаются с неослабевающим интересом буквально на одном дыхании. Их музыке удается избежать штампов и шаблонов любых жанров и стилей, как джазовых, так и роковых. Итак, приглашаем на сцену «Князь Мышкин».